Нам дали билеты, Илья? Да. Не, нам дали сейчас хрень такую, я не знаю. Залетайте. Да. А можно так? А, не, лучше, наверное, чтобы снимать в разные, да, Вик? Да нет. Скандиль. Гоу. Это хорошо. Красота. Надо было брать с собой пивас. О, какие сидушки. Столик есть. Какие удобные сидушки. И можно полдня кататься, да? А там 3000 час. Там же такие же ковид. Да ладно. И можно час тут. Стол накрыл, сидишь. Так, ну да, свидание там было. Итак, ваши ощущения? Пока не... вообще нет. Вообще ничего, ни о чем. Ни о чем. Какой-то аттракцион, так себе. Прекрасное место. Так себе, понятно. Зачем вы зашли с нами? Все с вами ясно. Уже прямо сейчас. Зоопарк! Блин, чё мы как мимо него-то? Ладно, как вам колесо? Отлично. Вообще ни о чем. Мы ни почти... о чем. Вообще-то ни о чем. Мы почти приехали. Хотите, на самом деле. Восторг, Липецк, очень красивый город. Очень низкое колесо. Мы сюда еще вернемся. Очень низкое. Так, у нас есть позитивные люди, есть вот этот товарищ. Да. Мне кажется, он соседний. Мега позитивный. Правда низкое. Прям правда. Ты поднимаешься, видишь только зелень деревьев. Все. Липецк написано вот буквы. Классно тоже. Можно сфоткаться. Вот сфоткайте меня против буквы Липецка, чтобы наверняка было понятно. Хорошо. Нет, так. Не сможем. Все, сейчас выходим, товарищи. Вика, вот Илья сможет. Да, я могу. Давай, смотреть. С тебя комплимент, с тебя комплимент. Все здорово, прекрасно, вы прекрасны. Вот такое бистро. Остановились покушать в Нижнем парке. Вы грустите. Все плохо. Плова нету. Че сразу принесете? Чай какой? Никакой. А, морс или компот? А морс, компот сколько они? Ну, компот из сухофруктов, морс из клюквы, ягоды. Давайте тогда вот чай в любом случае мы подождем. Вот а сюда? И давайте два компота, три морс. Не, мне не надо, я чай подожду. Два компота, три морс. Вам немного такую порцию? Это только мою принесу. Это минимум на пятерых. Это минимум. Только мою принесу. Это же на пятерых. Оля сейчас принесу. У меня побольше. Выглядит прям вообще очень сочно. И прям рис сочно выглядит. Слушай, это было бы странно, если бы у них был пост. За встречу. За встречу. Да, здорово, что встретились, приехали. Так.